Добро пожаловать на канал, сегодня на обзоре мои новые покупочки из Читай Города. Давайте перейдем к самой манге. Первая жаркая новинка — это у нас One Punch Man, 12 книга. Давайте перейдем к ее вскрытию. Вот так книжка выглядит без пленочки. Такой Сайтама над солнцем. Внутренняя обложка, и вау, они сделали опять красивый внутренний разворот. Прекрасно. Рассмотрим книжку без суперобложки. Здесь также есть какой-то разворотик. Кстати, а где обложечка? Не видно. Думаю, где-то здесь мы ее найдем. Есть цветные странички. Очень круто. Это в новизну, так как в азбуке по One Punch Man вроде их не было. Содержание. 219 страниц, 23 том. Прекрасная рисовка Мураты. Книга очень приятно пахнет. Так, давайте найдем обложку 24 тома. Где же? Может, она в конце будет? Еще такие цветные разворотики. Что-то на языке пришельцев. Или же монстров. Такой горо. Пробудиться или пробудится. О, приятно. Как же это приятно выглядит. Глаз радуется. И обложку почему-то я не могу найти 24 тома. Очень странно. Зрители, если вы знаете, напишите, пожалуйста, где ее здесь найти. Переходим к следующей книжке. Так, это у нас «Человек-бензопила», также свежая новиночка, пятая книжка. Перейдем к ее вскрытию. Вот такая внешняя обложка, изображена Макима, главный антагонист данной манги. И книжка даже скрипит, очень приятно. Ну да, я же ее только что распаковал. Содержание, 171 страничка. Рисовка простенькая, то есть не как у Мурата того же. Список погибших. Но все же в физическом варианте рисовка намного лучше выглядит, нежели чем в онлайне. То есть если сравнить, то поставить два момента те же одинаковые. Давайте возьму какой-нибудь вот этот момент и поставлю здесь картинку. Вы увидите то, что деталей в физическом варианте намного больше. Возможно, из-за того, что здесь есть какие-то эффекты еще накладываются. Какой красивый момент, когда Денджи стал очень сильным демоном. One Punch Man мы не посмотрели. Здесь у нас 30 тысяч экземпляров. Задняя обложка Макима. Кстати, если сделать вот так, то получится цельное изображение. Возьмем One Punch Man, посмотрим, какой там был тираж. Еще одно цветное изображение и тиражик. 8000 экземпляров. Боже, не знаю почему, но книга по One Punch Man очень приятно пахнет. Идем дальше. Наконец я до конца докупил Акиру. А если бы точнее, докупил второй том. Первый том у меня уже был, но давайте вскроем его. Издательство у нас здесь Excel Media. В кадр даже не помещается, очень большая книжка. Цветной срезик тот самый. Так, и перейдем дальше. Вторая книжка, второй том, тот, который я купил. Кстати, он был без пленочки, не знаю почему. Голубой срез. Есть также глянцевые страницы. Тираж, как я помню, Excel Media уже не пишет. Давным-давно как-то писала, но сейчас уже нет.
конце есть также еще цветные страницы, и внутренняя обложка здесь также присутствует. Вот такая красивая внутренняя обложка. Перейдем дальше к третьему тому. Вот такая внешняя обложка. И давайте его вскроем. Третий том я покупал в Читай-городе, и ценность у него была 1439 рублей. Благо, у меня был купон на 20%, и вышло не так много. Вот такая внешняя обложка. Вот такая внутренняя. Книжка скрипит. Глянцевая страничка здесь присутствует. Аж слиплись страницы, не могу их открыть. Еще и в перчатках, это еще тяжелее. Так. Как я знаю, XL Media уже сделали все в цифровом варианте и готовы печатать данную мангу дальше. Всего-то ничего, осталось 3 тома. И перейдем к самому дорогому, что было в этом чеке. Это Dark Souls 2 иллюстрации. Вот такой артбук. Золотые части здесь выпуклы. Причем все, даже название. Внутренняя часть гладкая. Цвет слоновой кости. Мелованная бумага. XL Media постарались. Печать хорошая. Весь артбук мы полистаем в каком-нибудь из видео. Ух ты, какой контент. Создатели игры. Какой огромный список. А, это толстая страничка. И в конце у нас характеристики. 16+. Тираж не написан. Очень жаль. 240 страниц. Задняя обложка. Просто такой лист. Точнее, без ничего, без надписей. И сзади у нас тираж, первый тираж. From Software, Dark Souls. Ну и вроде все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой телеграм, он в описании. И мой магазин манги также там внизу. И всем пока.